Совет Федерации готовит законопроект, согласно которому станет возможным выдворение иностранных граждан из России за нежелательное поведение. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в парламентских кругах. Под нежелательным поведением подразумевается наносящая ущерб национальной безопасности деятельность. В частности, депутаты акцентируют внимание на разжигании национальной и религиозной ненависти и политической розни, потенциальное вмешательство в выборный процесс, а также работа извне с молодежью. Следует отметить, что под понятие «нежелательное поведение» при желании в России можно подвести любого неугодного, как это показал опыт применения так называемого «пакета Яровой». Конечно же, в первую очередь в группу риска могут попасть правозащитники, деятельность которых заключается в защите прав мигрантов. Кроме всего прочего, еще предстоит узнать, что ожидает мигрантов из Центральной Азии у себя на родине при выдворении с таким определением.